Итак, у нас потная игра, против нас играет Донный Атаман. Донный Атаманище просто, пацаны. Хардкорище. Давайте посмотрим их Элла. Давайте смотреть Элла, ребят. Это команда противников. Донный Атаман. Соло Q. Соло Q. D1. Чуваки, против D1. Ля. Платина 3, золото 2, бронза 1, золото 3. Ля. А у нас что в команде? Золото 3, серебро, платина, платина. Ля, за что такой пот? Я не понимаю. Время, мы уже стрим 21 час идет. 21 час. Практически сутки. Не мне в конце, по сути, ну, в конце дают чела из D1. Вы что, рофлите? Еще и blind пик, лол. Еще и контр пик, лол. Ля. Ля, страшилка какая. Ты один, текай. Говлодос, 10к игр за год челлендж. Да нет, еще. Просто жесть. Просто жесть. D1, чуваки. Ля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Восемь побед, два поражения. Кинула B1. Офигеть. Да я о том же. Ну, типа, жесть. 8-2, бронза 1. Кайф. Вот это душняк. В чем была причина, лаги исчезли, я не знаю. Добро пожаловать в ущелье призывателей. Ты будешь Рунтеру снимать? Вряд ли. Крепи булки. Это будет потно, пацаны, это будет потно, реально. Я бы с радостью постоял с этим челом, но будь я выспавшийся. Но нет, типа не 21 час стрима, типа, чел. 21 час стрима и, типа, такой молодой попался. Ну ладно, попробуем. Просто пипец. Миньоны были призваны. Ну, радует, что милишник, это да. Что значит локу blind пик? Ну, blind пик, когда ты не видишь противника, оппонента своего. Он через вы играет? Рили? Нормально. 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 Нормально урона, дядя, нормально. У тебя дэмэджи нормально. Мне понравилось, честно скажу. Получил удовольствие, как говорится. Найс матчап. Найс матчап.
Как говорится, пацаны, nice matchup. Так. Ешка есть. У меня с ним смысла нет файтить. Так. Нормально. Нормально. Но я буду супер сейф стоять по тактике питона. Просто сейфово сидеть, нюхать, дышать. Противник убит. Союзник убит. Чисто по тактике питона, пацаны, сидим. Сидим, нюхаем, дышим. Нормально. Не, ну пока вот если не считать Йорли, вот этот первый размен, в целом норм, в целом нормально. В целом норм. Я бы даже сказал, что он слабо играет. Рили слабо. Рили слабо. Рили слабо, пацаны. Я изи стою. Типа вообще изи. Так. Gonna back. Нормально, он хп себе теряет. Блин, ну только не надо дайвить, а? Дай мне левел 6 взять, Вась. Только давай вот без дайвов, без этих ваших. Ля. Ясно. Ясно. Союзник убит. Чирили такой демаш, ты еще попутал что ли? Нормас, он дамажит. Найс, ты дамажишь. Найс, дамаг, пацаны. Так. Найс, дамаг, дядя. Опа. Нормально. О, что нашел, смотри, что. Смотри, что нашел. Вкуснятину какую. Даю со стакую. Ой, красиво, как вкусно. Найс.
го этого. Го базу, го базу. Давай, давай. Что она не пошла, лол? Ой, ну ладно, в принципе, тоже пойдет. Так, пойду на бэк. Пойду на Б, как говорится, пацаны. Сколько так сыграл за сегодня? 32. Ну, это 32-я. 32-я игра. 32-я игра, ребята. В принципе, нормально, чё. Пластина я забрал. У меня все есть. Кусок Тринити. Туда-сюда пойдет. Нормально, жестко мощно. Отлично. Команда справляется. На мид-ганг выдал даже. Даже ребят на мид-ганг выдал, я считаю, вообще успех. В таком матчапе. Плюс еще и загангали нас. Так, нормас. Нормас, нормас, нормас. Да, нормально, типа, чё. Здесь он не пойдет на блу? Дядь, не ходи на блу. Найс. Нормально, я блубавчик себе забрал. Немножко взял поносить. Найс. Так, нормас. По чуть-чуть идем, скелимся. Да, у нас здесь, конечно, снесли, но что поделать. Там Геральт. Там лесник помог. Хорошо. Он в обратную побежал, да? Он должен был в обратную побежать, иначе бы, ну, я должен был его увидеть. Нормально. Хардкорный лейн стоим. Да один как-никак, сложно. Ля. Не, ну как сложно, он... Фигово играет на самом деле, но все равно у него есть базовые знания какие-то, которые напрягают. Ну и в принципе матчап такой, типа контр-матчап. Так. Сейчас пойдем волчков постакаем немножко и на базу.
И на базу, пацаны. За триничкой. И на базу, ребята, и на базу. Так, что мне надо будет сделать? Мне надо будет тройственный союз собрать. Окей. Триничку. Ясно. Но у меня ульты не было, я ничего не мог сделать. Он меня обошел. Так, триничку берем. И нам надо сразу эту триничку еще заполировать. Нам нужно еще КДРочкой заполировать, да? У нас, по сути, и так почти фул КДР. Но я все равно заполирую. Так, я заполирую вот так вот. Нет, давай лучше тогда, наверное, вот так вот. Не, вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Во, вот так вот будет идеально. Это будет идеальная полировка. Я вам честно скажу. Это будет топ-полировка. Что за ускорение, чел? Что за ГОСТ? Найс. Мою. Я с бота гнал. Не, я гнал с бота, чел. Я гнал пацана с бота, понимаешь? Самого ботлейна. Так, уходим. Надо сейчас вот это забрать контент. Надо потопа вообще пропушить. Отлично. Пойти пропушить потопу, да? Вот это в идеале. Пойду на бэк. Не, не знаю, где здесь Дариус. Я видел, что Казич в эту сторону шел, поэтому лучше уйти на бэк. Очевидно. Типа, если он тут, то это, ну, нифига не круто. Поехали на топ. Противник убит. Не, сейчас уже комфорт, по идее. Сейчас, по идее, реально комфорт. Комфорт лейн должен быть. Сейчас постакаем. Сейчас пойдут стаки, пацаны. Сейчас пойдет. Сейчас пойдет чича. Так, окей, я не вижу его. ГГ, он нашел. Но maybe опять сидит здесь, прячется. Хочет выскочить. Я не буду. Мне нет смысла. Я буду сейчас стакаться, а то у меня стаки просели. Ё-моё. Вот это, конечно, они фигню сделали. Сейчас будут пушить мид, у нас пацана нет.
Он и не собирается идти. Прикол. Прикольный Варус у нас, пацаны. Да, Варус мне понравился. Прикольный Варус. Да я не успел стакнуть. Моё! Так. Нормально. 350 пойдет. Ну, 400 за 20, я вам так скажу. Это хорошее количество стаков для тяжелого лейнинга. Это нормально. 400 стаков, это пойдет. Конечно, не 700, но... тоже неплохо. Опа-ля, можно застакать. Да застакать, лол. Что такой жадный? Офигеть. Nice move speed. Ладно, go back. Надо закупиться. Спирит. Спирит плюс армор. Найс. О, лол. Окей. Окей, ТП не нужен. Я думал, ТП нужен. Мог бы залететь. У меня, в принципе, 45% КДР. Избыточный уже АД дает. Нормал ды. Такой прикольный билдес. Да лол! Тристана, конечно, душная, капец. Мэйби надо было в Тристану сразу сыграть. Не знаю. Наверное. Наверное, надо было в Тристану сыграть. Вообще, не знаю, что пацаны не помогли. Тут Каща почти ваншотнул. Если бы пацаны сейчас подошли, это был бы easy fight. Ой, хорошо, ой, хорошо. Ой, хорошее душило. Ой, нормально. Конец серии убийств. На! Уже его застакло. Кайфово. Надо достаки, достаковать и все.
Найс. Нормально. Найс, 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 найс. У меня все. Нормально, ухожу. Вот это я мастер сплитпуша. Вот это красавчик. Не фиданул, убежал. Дальше стакать. Ваша команда уничтожила башню. Дальше стакать. Отлично. 531 стак. Это очень хорошо. Че, ко мне Тристан идет. Надо убегать. Окей, она не идет. Но тут была инфа, что она могла прийти. Угу. Так. Надо было барона брать. Смысл, типа, они пришли. Я, ну, не совсем понял. Типа, что, я бы сам его не забрал? Забрал. Могли барончика забрать. Еще и стак со стилью. Там лос, что такое? Микросекунды не хватило. Я им сейчас снесу базу. Отдался. Вот это вот плей. Чисто вот плей, пацаны. Я снес две вышки, ингибитор, команда забрала барона, и за все это, и за все, вот за все это, я всего лишь отдал килл саппорту, при этом выбив игнайт. Ну это просто гениально. Это супер крутой размен. Руны, ребят, фейсраш. Фазврвок. Нормально, да? Я пропушил. Кажется, нормально. У меня уже 600 стаков. Это круто. 600 стаков это норм. Есть резхила, есть КДР, все есть.
Сейчас еще себе АДшку возьмем. Сколько у нас АД? 200 почти. Ваша команда уничтожила башню. Так. Противник убит. Лично пушим дальше. Сейчас будем ломать вышку. Лол. Вот это я и вдарил. Вот это я вдарил. Это одна автоатака. Это было неплохо. Это было неплохо. Это было вообще неплохо, я вам так скажу. Чуваки, это одна автоатака. ГГ. Вот так вот просто зашел и закончил. Фу-у-у. Вот это было жестко, чуваки. Вот это было жестко. Капец. Вот это жестко, пацаны. Вот это реально жестко. Не, ну я доволен. Вам как, ребятки? Мне показалось, что красиво. Против D1 стояли, потный лейн. Смотри, сразу сильвер. Просто одна победа. Из бронзы в сильвер моментально. О, ля, красиво. Вот. Короче, это. В общем, задавили молодого. На сплит-пуше смог настакаться, выйти в кор предметы ГГ.